Фильм-практикум знакомит с персонажем песни «Явление весны». И как рассказывает песня-сказка, Капель поет звонкий гимн волшебнице весне. И это так слышно в мелодии этого персонажа, с которого начинается фильм. Столько ликования. Она прямо завораживает своим ритмом. Конечно, очень хочется именно в таком ритме поиграть, потанцевать. И вот она возможность. Освоить каждое движение пошагово. И узнать, а что в каждом движении. И прямо тут же попробовать. И поиграть, и потанцевать. Вместе с фильмом, с его кадрами. И как говорят в фильме, танец – это дарение такого ликующего настроения. А Капель представлена мягкими игрушками. Сосулька и Капель цвета молодой зелени. И благодаря фильму мы узнаем такие интересные, необычайные игры. Мы с друзьями пробовали играть. Это правда очень интересно. Прямо в мелодии оказаться и вместе с ней в ее ритме подействовать.